Давайте в этом ролике научимся делать прозрачный фон для любого изображения. Заходим в Photoshop. В данном случае у меня CS5. Переходим в файл. Открыть. И открываем ту картинку, какую мы хотим отредактировать. Ну вот у меня в частности персики на белом. Я специально взял на однотонном фоне, чтобы не усложнять урок. То есть, если кому надо, пожалуйста, у меня есть видеоурок, где я рассказываю, как выделять там на сложном фоне. Ну, а сейчас мы поработаем с однотонным. Для начала переходим в правую сторону, в слои, и два раза кликаем на фон. Открылось окошко. Нажимаем ОК. Этим самым мы сняли замочек, чтобы можно было работать с этим изображением. Теперь переходим в раздел «Инструменты». Кликаем «Инструмент. Волшебная палочка». Переходим на этот белый фон и просто кликаем. Выделяются у нас персики. Теперь на клавиатуре нажимаем «Delete». Все. Белый фон у нас удалился. Остались только персики. Надо снять выделение. Для этого вверху переходим в «Выделение». «Отменить выделение». Осталось только «Сохранить». Опять переходим в «Файл». «Сохранить как». Имя файла персики на белом, но только тип файла, уже формат надо выбрать другой. PNG. И нажимаем сохранить. Окей. Теперь Photoshop мы можем закрыть. И посмотрим наш результат на каком-нибудь фоне. Давайте перейдем на темный фон, чтобы было видно, что было и что стало. Вот такой синий фон. Сейчас сюда я вставлю персики на белом, то, что было. JPEG формат. Так, вот сейчас увеличу его. Так. А ниже поставлю те же персики, но уже в формате PNG. Вот. Вот он результат. Можете видеть. Здесь идет с фоном. Здесь без фона. Вот теперь и вы умеете тоже делать любое изображение на прозрачном фоне. На этом урок окончен. Всего хорошего. До новых встреч!